Добрые воспитатели. Море позитива. Очень много интересных игр и развлечений для детей. Много разных процедуров. Хороший массаж. Я познакомился с другими детьми. Здесь классно, очень много интересных площадок. Только искренне и позитивно ребята отзываются о санатории «Горняцкий». Для них важно все, от вкусной еды до душевного отношения воспитателей. В санатории созданы все условия для полноценного оздоровления и интересного досуга подростков. Стараниями педагогов и воспитателей каждый день ребят насыщен событиями. Здесь учеба плавно сменяется играми, а занятия спортом – дискотеками и квестами. Ребята отмечают, здесь все на высшем уровне, потому приезжают в санаторий снова и снова. Мне здесь очень нравится. Здесь прекрасные процедуры, любящие воспитатели, которые всегда поддержат, поймут тебя и примут таким, каким ты есть. Каждый раз я нахожу в себе все больше и больше друзей с разных городов. И это очень круто. Потом мы созваниваемся, списываемся и где-нибудь встречаемся обязательно. В Горняцком созданы отличные условия для проживания, отдыха, обучения, а главное – оздоровления подрастающего поколения. Сестрички все у нас и врачи с высшей первой категории. Работаем дружно, добросовестно, поэтому обычно достигаем оздоровительного эффекта где-то у детей к концу заезда – 90%. Помогает нам, конечно, очень хорошо в оздоровлении детей. Это сбалансированное питание детей. Кухня у нас тоже очень подобранный, слаженный, дружный коллектив. Пятиразовое питание, в том числе и полдник, и второй ужин. Детки очень хорошо кушают. Уникальная детская здравница – это целый городок, расположенный в целебном сосновом бору. Лечебная база, санаторий отвечает всем современным требованиям, которые предъявляют к детским здравницам. Лечение здесь ведут по основным профилям санаторного оздоровления – гастроэнтерологическому, офтальмологическому, опорно-двигательного аппарата и общесоматического. У нас существует несколько массажистов, которые проводят как ручной массаж, так и механический. Механический массаж у нас и ногобесты, обычный массаж, и массажи для стоп. Также у нас много водных процедур, души, и шарко, и циркулярный душ. А вот ванны дети принимают, значит, ванны у нас и хвойные, и морские, и йодобромные. Известно, лечиться дети не очень любят, но это не про Горняцкий. Разные виды электро- и светолечения, массаж, ЛФК – эти и десятки других процедур здесь посещают с удовольствием. Лечебная физкультура нужна мне для того, чтобы я вылечила свой сколиоз и плоскостопию. Эта процедура очень хорошая, я так считаю, потому что помогает человеку исправить свою осанку. Ну, в принципе, я часто ходила на лечебную физкультуру, но в этом санатории первый раз. Инструкторы разные. Именно этот инструктор мне понравился. Очень хорошо проводит разминку и объясняет. Развитие материальной базы здравницы обеспечивает «Металлоинвест». Ежегодно компания направляет значительные средства на благоустройство территории, косметический и капитальный ремонт спальных корпусов, приобретение современного диагностического и лечебного оборудования. В этом году, допустим, «Металлоинвест» у нас вложил более 10 миллионов в развитие нашей спортивной базы. То есть у нас во втором отделении санатория «Горняцкий» сейчас уже есть искусственное поле футбольное с искусственным покрытием. Также для мини-футбола искусственное покрытие, для баскетбола. Санаторий «Горняцкий» пользуется огромной популярностью среди жителей не только Курской области, но и других регионов России. Благодаря уникальным предложениям в области детского оздоровления, отличным условиям проживания и насыщенного досуга, которое может обеспечить такое мощное предприятие, как «Металлоинвест». Под чьим крылом основанной продолжает развиваться одна из лучших здравниц Соловьиного края.